против всех кандидата на должность мэра города Бишкек? Один. Уважаемые коллеги, уважаемые депутаты, представители средств массовой информации, наблюдатели, у нас голосование сейчас закончилось. Решением Бишкекской ТИК мы должны сейчас утвердить протокол о результатах выборов главы исполнительного органа местного самоуправления мэра города Бишкек. Прошу членов Бишкекской ТИК. Утверждаем протокол о результатах выборов главы органа местного самоуправления мэра города Бишкек. Прошу проголосовать. За. Все за, против нет. Бізде шарда 1,5 миллион баяғы официальный где-то 900 миллион қапталған, бірақ 1,5 миллион шарда шайта 48 жан қоныш бар. Әр бір жаран ұшыл жерде бір миллионның хотя бы 300 мінге өзінің ба социалдық тармақтарды айтып отқан нәрселері, бірақ комментарийлерді оқысаңыз, ошол эле жарандық активистердің арасында ба тура сұрау бергендер бар, тура емес сұрау бергендер бар да. Бүгін әр бір депутаттың өзінің ойын көрсетті. Бұл баяғы жабық шайлоо болгондон кийин өзүңүздөр көргөндөй 44 депутаттын 43 макулдугун берди, бирөөсү каршы болду да. Эми бул бүгүнкү күндө мен ойлойм баягы законду эч ким бузган жок. Прошло голосование, и я буду ждать результатов территориальной избирательной комиссии. Когда они вынесут свое решение, вот, мы как бы начнем работать. С чего вы начнете? Да, первые там три шага, да, хотя бы поделиться. Нужно будет посмотреть по рабочей структуре мэрии, посмотреть финансовый блок, то, что связано сейчас со строительством дорог. Надо будет ускорить до сентября месяца, максимально разгрузить те пробки, которые могут образоваться. Второе – это благоустройство, санитарная очистка. Вот. И те текущие вопросы, которые есть в мэрии Бишкек, мы планомерно будем реализовывать. Вы команду поменяете или с этой командой будете работать? Пока я об этом еще не думал.